Всем привет! 14 июня 2021 года, это мой блог семейный, и сегодня у моей мамы день рождения. Я купил ей вот такой вот огромный букет, хотел ромашек, но получился какой-то синтез из ромашки и хризантемы, какой-то специальный сорт, но, наверное, это больше хризантемы. Но надеюсь, что мама будет рада. Сегодня мы все вместе поедем в Бекасово, где у нас отдыхает дочка. Самые мои любимые дорогие цветы от моего сыночка. Ромочки. Белые гвоздички? Белые гвоздички. С днем рождения тебя, котенок. Спасибо, родная. Тебя очень люблю. Я тебя очень-очень люблю. Этой записи 22 года. Я оцифровал ее со старых кассет. У мамы день рождения, и она младше меня нынешнего на целый год. Я студент, принес ей гвоздички. Поздравляю ее с днем рождения. Вот такой вот трогательный кусочек видео из семейного архива. Трам-трам! С днем рождения! Спасибо! Спасибо, сыночек, спасибо, счастье мое. Привет! Привет, именинница приехала! А где? Идем. Вверх. Внимание, сюрприз в честь Светиного дня рождения, дубль 2. Ура! Ура! С днем рождения! Ура! С днем рождения! Это был салют в честь мамы. И вот мы приехали в Наро-Фоминск, самый близкий город, к санаторию Бекасово, где отдыхает дочка. И здесь кафе «Паприка», самое приличное заведение в Наро-Фоминске. Мы туда ходим из года в год и приехали сегодня сюда отмечать. Подарок номер раз. Подарок номер спасибо раз. Спасибо большое. Спасибо. Подарок номер два. Я уже свой подарила. Аккуратненько. Смотри, какая красивая. Как красиво все сделано. Данилёна. Вручение подарков началось. Поздравляем нашу именинницу. Ой, не рвала, это вообще. Тебе не нужна эта бумага? Бери. Понюхай ее. Понюхай, это просто аромат. Ой, ребят, спасибо. Все. Руки в тачек, кстати. Подарок номер два. Нет, это подожди, подожди, Данилюша, не спеши. Сейчас мы все подарим, потом папа отнесет в машину, чтобы было удобно сидеть. Подарок номер три. Еще подарок. Продолжаются подарочки. Аккуратненько, аккуратненько. Вот, точно как красиво. О! Я все равно, Катюш, твоя чашка-то выклинчу. Костяной, фарфор. Ой, это точно такая же, как которую ты как просишь. Красиво. Катя придумала название. И какая удобная. Костяной мне фарфор, нравится, да? Вот это вот узенькое. Вот, видишь, они необычные. Видишь, обычно, патч, обалденно. Необычно. Ой, ребят, спасибо большое. Спасибо всем, всем. Спасибо. Вот сюда. Для умывания. Это очень хорошая фирма. Корабельник. Это тебе вот сейчас взять и прыскать. Это вот такое, когда жарко, да? Попшикать на лицо. Да. Спасибо. Спасибо. Ой. Это легенькое на лето. Прелесть. Мой любимый цвет, да? Какая классная сумочка. Спасибо большое. Много веса нет. Да, вообще. Спасибо. Можно я расстегну? Да, конечно. Давай посмотрим. Ого! Слушай, насколько ж ты права оказалась, а? Давай мы тогда всех этим угостим. Что традиция происходит, расскажи. А не было бы меня, не было бы Даниэль, мы так по очереди все, не было бы. Есть такая традиция? На день рождения дарить. Что? Даниэль, кто такие? Кто приехали Лешки. К нам здесь? Онги! И вот у них, ты знаешь, это дружба. Они заработают только когда их лапки соединятся, тогда они заговорят. Вот их надо снять и соединить лапки, тогда они заговорят. Так, ну с разрешения, да? Это под лапки такой уже подарок. Это уже мне. Эльза. Сладкий подарок. Еще сладкий подарок. Вот. А это уже вам потом, девочки, чай туда. Поздравили маму, я отнес подарки в машину, возвращаюсь обратно. И сейчас вам покажу, как они тут расположились в ресторанчике.
Толстого и эту Ксюшу. Ку-ку. О, Господи. Мне так понравилось, как выглядит. Сделай нам оттуда фотографию. Так прелесть классно. Просто. Поздравляем мою дорогую маму с днем рождения. Как я уже сказал, крепкого здоровья самое главное сейчас. Это самое главное. Чтоб сыночек радовал маленький твой. И внучка. И внучка чтоб радовал. Будем радовать. То есть я. То есть ты, да, уточнение важное, чтоб не перепутали. Вот, так что тебе крепкого здоровья. Оставайся у нас такой же красивый, солнечный. Мы тебя очень любим. Спасибо. И летала как бабочка. Спасибо, летала как бабочка. Летала как бабочка, да. Спасибо. Спасибо. Чин-чин. Чин-чин. Она крутая, налита. Варит. Я подниму бокалы. Да, поднимите бокалы. И тебя касается. И тебя, и меня. Все подняли бокалы. Даниэль, объявишь, кто говорит тост? Говорю тост я. С днем рождения. Мы тебя поздравляем. Желаем тебе крепкого здоровья. Желаем, чтобы было спокойно и радостно на душе. Чтобы были только хорошие, положительные, позитивные события. И мысли. И мысли. Спасибо за участие в тосте, Даниэль. С днем рождения. Спасибо. Ура! Спасибо ура! Большое. Ура! Спасибо. Спасибо. Ура! Счастья и всего самого-самого лучшего. Спасибо. Спасибо, очень приятно. Спасибо. 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 А есть специалист, который может помогать задувать? Может помогать. Давай. Доказала? Догадала? Да. Давай. Спасибо за помощь. Чудесно посидели в замечательном кафе «Паприка» в Наро-Фоминске, и теперь вот гуляем по городу. Никогда не гуляли по Наро-Фоминску. Я даже не знаю, есть ли здесь какие-то достопримечательности. Поют птички, старые домики такие, которых в Москве, наверное, уже не так много осталось. Вот такие вот совсем древние, но тоже есть, конечно. Вон даже двухэтажные домики с такими наличниками. Сейчас покажу. Смотрите, двухэтажные домики. В общем, открываем для себя красоты и достопримечательности Наро-Фоминска. У ребенка дела, ребенку надо жить на мультик. Пока. Давай. Щечки. А Свете ты скажешь до свидания? Пока! Ну поцелуй Свету, ну, Даниэль. Свете. А мы вроде идем, я хочу просто переобуться. А она уходит. Да беги тогда, беги. Я не стою. Мы сейчас тебя навестим. Все, у дочки дела. Пока, Даниэль! Беги, Данилюшка, беги! Как оказалось, Данилюшка побежала смотреть диснеевский мультфильм под названием «Душа». Мы немножко погуляли по Пикассово, потом отвезли Катю домой, и я отвез маму домой. Она очень довольна сегодняшним праздником. Ну, действительно хорошо. Посидели в ресторанчике, поздравили маму. Посмотрели город Наро-Фоминск. Малыша. Даниэлька, ты ляля, да, забралась к папе? Приятно, а ты я ее прошу, сделай фото с папочкой, улыбнись красиво. Вот она так улыбается. Наша Ляля. И вот я вернулся домой, паркуюсь в подземном паркинге. Таким вот был этот день, 14 июня 2021 года. Спасибо, что смотрите мой семейный блог. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока.